Ксения Алексюк, капитан команды. Ксюш, расскажи, пожалуйста, какие у тебя эмоции, впечатления вообще от матча и от победы над, ну, по сути, таким непростым соперником, как сборная Аргентины? Очень рада, что удается нам сыграть вот эти вот международные матчи, потому что очень давно вот сидим в этом бане. И вообще очень крутая атмосфера, то, что разный язык, разный стиль игры, что они очень такие, прям ведут очень контактную игру постоянно, то есть это надо бороться, то есть здесь никогда не было игры на чистых мячах, все нужно было либо отвоевывать, либо уже просто играли на чужих ошибках. А тебе комфортно играть в такой футбол, в контактный, или ты предпочитаешь все-таки такой более спокойный футбол? Ну, мы отходим как бы от своей игры, поэтому что нам дает соперник, поэтому надо это принимать. Хорошо, не было трансляции этого матча, можешь вкратце болельщикам рассказать, как прошла сегодняшняя игра? Игра прошла, первый тайм, наверное, мы очень много суетились, очень, ну, передерживали мячи, создавали как бы, ну, просто давали шансы сопернику приблизиться к нашим воротам, и они пользовались нашими ошибками. Вот, немного мы были скованы, немного боялись, в перерыве получили от тренера корректировки, послушали, все как бы это восприняли в плюсик, во втором тайме вышли, все агрессивно, туда прям нагнетали, так, забили гол, я поменялась с Машей Жирковой позициями, поднялась выше. Зарин Шарифова дает мне передочку. И я вижу, что Ксюшка Наваева забегает в зону, потому что со мной начинает играть защитник один в один. И я внешкой туда отдаю, она принимает на бедро и вот так вот в угол. И вот, потом пошел ряд замен, где-то с физическими какими-то болячками, проблемками, вот, но считаю, что достойно сыграли. Ну и последний вопрос, как оцениваешь свою игру и игру команды? Ну, свою игру оценивать не буду, оценивать будут меня тренеры, вот, посмотрим, что будет на теории. Вот, а игру команды поздравляю с победой, нас, девочек, тренерский штаб, медицинский штаб, Россию, вот, думаю, хорошо сыграли, вот, но первый и второй тайм очень сильно отличаются друг от друга, что во втором тайме прям вышли заряженные, а в первом такие боялись немного, может, привыкали к сопернику, вот.